Ну что ж, давно видосов не было. Вот сегодня вторник, сейчас 12:15, новая акция стартовала, вот 15 минут назад закончилась профилактика, стартовала новая акция, нового босса Велитрикс. Ну или он когда-то был, я даже не знаю. В общем, Велитрикс, за его убийство сундук дают, ну это что-то на типа, вот как до этого было с винтовыми боссами, там с ядром, с боем, так и тут. Только там надо было пати собирать 2 часа. А тут можно сразу просто через вендора заходить на Трикс. Очень жирный босс, то есть мы его убьем уже минут, наверное, ну сколько, 10, я не знаю. Притом тут челики такие, достаточно с богатыми персонажами. И то очень долго бьем. Ну плюс этого ивента уже то, что не надо пати из 50 человек собирать CC, да, вот как до этого было. То есть ты можешь просто в соло зайти и все, я вот в соло его бью. Посмотрим, что из сундука выпадет. Так, и что у нас получается? У нас свели вот полный печати и сундук, или он был? И набор из 50 полных печати сундуков, но это 10 тысяч монет, это, конечно, пиздец, за 1000 рублей покупать. Такое себе. В общем, ничего для работяг такого хорошего, только то, что ввели ежедневные награды вот эти вот недавно. А так, в принципе, ничего. Ничего хорошего. Ну, посмотрим. Свинты, наверное, как обычно, печеньки будут. Вот сейчас мы его почти убьем. Все, Трикс лоу хп, отлично. Отлично. Так. Сейчас посмотрим, что из сундука прокнет. 10 печенек, просто я вот уверен. 10 печенек, как я угадал, интересно. 14 дней действует, как я интересно угадал. В принципе, уже плюс в том, что... Потому что не надо ЦЦ собирать, как я сказал, уже хоть что-то. Ну, конечно, локация прорисована, пиздец. Ладно. А, тут еще мастер наград что-то дает. Ладно, беру свои слова обратно. Тут, оказывается, еще трансформацию на 20 минут вендор дает. Он мне дал 3. А, он мне дал 5 светочей синих. И 3 свитка трансформации. Ладно. Окей. Окей. То есть не так все и плохо. Акция продолжается с билетами. Ну и золотые билеты продаю. Они где-то 6 лямов адены стоят. Тут где-то сидит мой твинк. Кто-нибудь угадает, где мой твинк? Вот тут сидит мой твинк среди персонажей. Ладно. Надо посмотреть, сколько билеты стоят, я их, конечно, продавать буду. Ну, из последнего, то, что я вот рукавицы величия достал из рандом крафта. Вот это, конечно, это самое ценное вообще, что я из рандом крафта доставал. Так, считаю, ничего ценного. Ну, третью серьгу Долины Драконов и четвертое кольцо дерзости я... Сейчас же вот эта вот акция идет, типа их купить можно за адену. Вот я за адену купил, наролил. Ну такой вот четвертый коралл есть. Ну конечно, персонаж ни о чем как бы тут. Это ясно. Ну также шестая адена, все как раньше. Четвертый талик скорости я сделал, второй властитель. Такой тут, конечно, минимум доната. Доната минимум. Коллекцию я не собираю, ну, типа это дорого, не вижу огромного смысла. Я обычно шмотки продаю. Да и то их особо даже не покупают.
шмотки на коллекцию. Надо посмотреть, что у меня по печати Мгерана, может что-то закрафтить. Талисман Бенира я на плюс 2 вроде сделал, но плюс 2 он ничего особо не дает. Он у меня там валяется на складе. Еще печеньки. Да, плюс из последнего только то, что вот эти вот ежедневные награды. Хотя бы что-то. Ладно, это так.